Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Motorola Edge 30 Pro выйти из режима Boot Mode. Если вы попали в такой вот непонятный чудо-режим, теперь не знаете, как из него выйти. Для начала вам стоит знать, что, используя кнопки громкости, можете перемещаться по этому режиму, и используя кнопку включения, можете сделать выбор. И чтобы из него выйти, вам надо выбрать опцию «Старт», и после этого телефон будет просто перезапущен. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.